Приветствую вас, друзья, и для того, чтобы показать вам именно этот рецепт самого мягкого шашлыка, который только есть на сегодняшний день на этой планете, я перепробовал более 40 способов маринада, и именно этот с банкой, с закруткой и всеми этими ингредиентами получается самый крутой в плане мягкости. Сейчас я вам покажу. Первое условие для того, чтобы мясо было мягким, его нужно нарезать крупными кусками, 4-5 сантиметров, тогда мясо будет не пересушенным и таким, как надо. Сначала я разрежу этот кусок вот так вдоль, получается такие две половинки. И теперь, не стесняясь, вот такими кусманами крупными нарезаем мясо. Я раньше, когда видел в магазине, думал, зачем нарезают так крупно, чтобы оно было сырое. Оказывается, это так и надо резать, чтобы не было сухим мяса. Мясо я буду класть в вот такую кастрюлю, чтобы хорошенько его размешать с маринадом. Последний кусочек тоже по 5 сантиметров крупно нарезали. И смотрите, какие крупные куски. И отправляем их в кастрюлю. Для начала берем луковицу покрупнее. Чистим ее. Разрезаем ее на 4 части. И бросаем в блендер. Если у вас блендера нету, подойдет просто натереть его на терку. Закрываем крышечку и блендерим. Готово. Мы получили луковый сок и луковую кашу. Именно она тоже очень сильно размягчает мясо при маринаде. Остальные три луковицы мы нарезаем просто кольцами. Вот так вот. Крупными кольцами. И как раз пока снимаю видео, хочу вам показать лайфхак с луком, как не плакать, когда вы его нарезаете. Оставляете вот эту вот шляпку, верхний корешочек. И как бы вы потом лук не резали, как бы вы близко не стояли, смотрите, как близко к глазам подношу. Слез не будет, потому что весь секрет именно вот в этой шляпке. Если вы ее оставляете, то лук не выделяет этого вещества. Малый встал? У нас малый проснулся. Небольшая пауза и продолжаем видео. Жена пошла его укладывать еще раз, чтобы он поспал побольше. А я пока поставил камеру на штатив, так что извиняйте за такой вид. Мы продолжаем готовить дальше. Наш лук, который уже был сблендерен, получилось у нас вот такой сок и кашица, мы отправляем в мясо. Вот так вот. Все это хорошенько тоже перемешиваем. И теперь добавляем сюда наш лук кольцами, который мы нарезали. Все сюда добавляем. Тоже хорошенько, чтобы разделить все кольца. Вот так вот мы все перемешиваем. Берем целый лимон. Разрезаем его пополам. И прямо целый лимон выдавливаем в наше мясо. Уложила его. Так, все, жена вернулась, ребенок дальше спит, мы продолжаем. Лимон я довыдавливаю, чтобы полностью все хорошенько выдавить. Все, готово. Теперь у нас получилась вот такая смесь уже с лимоном, луком и измельченным луком кашицей. Тоже перемешиваем. Добавляем черный перец. Молотый. Тут по вкусу. Ну, я так на глаз, буквально, чтобы так покрыть хорошенько мясо. И тоже перемешиваем. Я уже чувствую, как мясо в руках уже становится мягким от того, что мы уже сделали. Соли идет у нас столовая ложка. Как оказалось, соль добавлять в маринад нужно при условии, если он находится постоянно в жидкой среде. Тогда с мяса не вытащится влага, и оно будет сочное и мягкое. Столовую ложечку соли добавили, перемешиваем. У меня уже мясо в руках, просто вот оно уже как пластилин мягкое. Я не знаю, что будет еще после того, как мы это сделаем. Но я знаю, что будет, потому что мы уже делали. Но вы очень удивитесь, после чего будете делать только такой шашлык своим друзьям и себе. Теперь начинается самая интересная часть, ради чего мы здесь собрались. Воду плохо слили. Вот так. Банка, закрутка. Укладываем наш шашлык в 3-литровый бутыль. Бутыль или банка, я не знаю, как правильно. Запихиваем. Вот так у нас должна получиться, по моим расчетам, полная банка. Не нужно сильно утрамбовывать. Сильно утрамбуйте, не промаринуется. То есть место должно быть, вот так оно должно болтыхаться. Мясо у меня идет 1,5 килограмма. Максимум можно 2, потому что, смотрите, 1,5, видите, как уляглось? 2 будет чуть больше, но это еще не все. Мы его так хорошенько уложили. Лучок, что остался, мы добавляем. И нашу кашицу тоже сверху. Потом мы все это перемешаем.
для размягчения, вообще ультра-размягчения мяса. Это сильно газированная минералка. Подойдет любая, в которой очень много газов. Открываем. Сейчас как раз посмотрим, сколько ее идет. По рецепту пол-литра, но я заливал так, чтобы полностью покрывало все мясо. Вот я наливаю 500 грамм. Заливаю. Ну и вот реально оно все, в принципе, эти 500 грамм и покрыло. Вот, видите, подсюда у нас воды. Вот. Но это еще не все. Очень быстро закрываем крышкой, чтобы газы не выходили. Углекислый газ очень сильно проникает внутрь и размягчает наше мясо. И весь маринад оказывается внутри, а не просто снаружи маленьким слоем. Поэтому быстренько закрываем. Ставим крышку. И начинаем закручивать, как консервацию. Так, ну, проверяем. Вроде ничего не течет. Да, газ весь останется на месте. Теперь все это взбалтываем, чтобы все газы максимально. Смотрите, как идеально размешалось. Два раза взбалтнул, весь маринад полностью покрыл мясо. Взбалтываем. Газы, видите, не выходят. Оно все концентрируется внутри. Так, основная часть готова, секретная. Теперь ставим, если вы спешите, хватит на 4 часа в холодильник, можно 3. Если не спешите и хотите получить максимальный эффект, чтобы мясо было просто как масло во рту, 12 часов, 6-12. Мы попробуем сегодня именно 12 часов, и я вам покажу, какое у нас будет мясо. Теперь ставим мясо в холодильник, и чтобы получить максимальный эффект, если у вас есть время и желание, каждые 2 часа мы его взбалтываем и вот так вот перемешиваем. И ставим обратно в холодильник. Итак, друзья, сейчас 5 утра. Я встал специально, чтобы достать наше мясо. Прошло ровно 12 часов. И нельзя, чтобы оно стояло больше, потому что будет уже потом совсем мягкое. Так что я его достаю. Сейчас мы его выложим, сольем весь этот маринад. И я продолжу спать, а потом уже в часиков 10 начнется жарка шашлычка. Открываем баночку. Было слышно, как газ вышел с газированной воды. Класс! Сливаем маринад. Малый проснулся. Слышите, кричит. И достаем лук, чтобы он уже перестал мариноваться вместе с мясом. Все, маринад я слил, и теперь ставим дальше в холодильник и идем досыпать. Ну что, друзья, 10 утра, я уже распалил дровишки. Сейчас будем готовить шашлык, покажу пару нюансов, как именно этот вариант шашлыка нужно готовить. И будем его пробовать. Достаем наше мясо с холодильника и высыпаем в кастрюлю, чтобы удобнее было его нанизывать. Нанизываем наши кусочки, только посмотрите, как они как в масло входят в шампур, вообще никаких усилий, хотя тут кусок приличный. И не сильно близко друг к другу, чтобы оставалось расстояние и все хорошо прожарилось. Мясо нанизано, теперь идем и готовим его. Друзья, мясо уже установлено и жарится, и важные нюансы. Смотрите, видите, у меня оно уже полежало 5 минут с одной стороны, я перевернул. Вот это что пригорает? Это пригорает наш лук, который был мелко-мелко перемолотый. Ничего страшного, это корочка, это только эксклюзивчик и такой очень классный тонкий вкус. Вы сами это оцените. И важное правило, не крутите бесконечно шашлык. Одну сторону минимум 5-6 минут, можно даже 8, если жар плохой, и только потом переворачиваем. Если бесконечно стоите, крутите, там каждую минуту 2, у вас корка будет гореть, а середина будет сырая. Это тоже очень важный момент, который вам стоит учесть при приготовлении. И естественно, чем лучше промаринован шашлык, особенно в нашем случае, когда он очень нежный, тем меньше ему нужно времени на приготовление. Ну что, друзья, шашлык мы приготовили, и сейчас попробуем, что у нас получилось. Просто тает во рту, вкус божественный. Всем советую попробовать, я просто уже много раз его готовил. Это просто невероятно мягкий, вкусный и сочный шашлык. Сейчас еще попробует мой друг, он специально приехал с другого города. Сейчас мы его встретим и дадим ему попробовать нашего эксклюзивного, мягкого, супер мягкого шашлычка. Я типа уникальный, я только через задний его положу. Давай поздороваемся с тобой. Мясо уже готово, мы тебя ждем у стола. Давай. И хотим, чтобы ты дал нам свое четкое мнение. Только окно закрывай, потому что мухи залетают. Не гони, не снимай. Да я не буду снимать, проходи.
Ну что, истинный гурман мяса, специально приехавший из другого города, сейчас попробует и даст вам свою рецензию. Да, давай уже, наверное, просто без предисловий, я попробую, потому что я на самом деле полдня просто не ел и ждал, когда... Давай просто попробуй и скажи, твой как тебе на вкус. Хваленый шашлык поел. Человек 2 метра ростом, 125 килограмм, любящий мясо. Как тебе такое? Он очень сочный, он... Какую оценку от 0 до 10 можно дать этому мясу, которое мы приготовили вместе? Слушай, ну я не зря полдня не ел, потому что я думаю, что я сейчас всю эту кастрюльку в одно рыльце просто замену. Я думаю, десяточку будет сильно. Давай так, чтобы тебя не обижать, 8,5. Ну, 8,5, что не хватает? Может, соли, что и чего именно не хватило? Вот кроме мягкости и сочности мяса. Мне не хватает немножечко соли, не хватает немножечко, наверное, каких-то еще специй дополнительных. Специй. То есть, друзья, если хотите классный мягкий шашлык, кайфануть еще максимально на 10 баллов, обязательно возьмите немножко, присолите его еще и добавьте каких-то специй, которые вы любите. Вот такой вот у нас получился выпуск. Шашлык мы почти весь уже съели, потому что он нереально вкусный. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. У нас будет много рецептов, много всего полезного, от чего вы обязательно кайфанете и будете довольны.